Первый замминистра природных ресурсов Забайкалья Алексей Касаткин, который с 11 июня также стал исполнять обязанности министра, уволился спустя 4 месяца работы в министерстве. Касаткин с начала июня возглавлял министерство вместо ушедшего с поста главы Минприроды Сергея Немкова, который пробыл министром 4 года и покинул пост. В пресс-релизе правительства сказано, что Немков освобожден от должности по собственной инициативе, однако по некоторым данным из СМИ причиной его ухода стало недовольство губернатора. Ему сказали написать заявление по собственному желанию. Его отставка якобы связана с плохой организацией тушения пожаров. Между тем, Алексей Касаткин прибыл в Забайкалье из Московской области в апреле. Ранее он работал в должности начальника отдела в департаменте лесного хозяйства Приморского края, главным специалистом отдела оценки назначения мероприятий по защите лесов ФБУ, Рослесзащита и в Минприроды России. 9-летнего мальчика, которого искусали собаки в детском спортивном лагере «Арахлеи» в Читинском районе Забайкалья, ждет пересадка кожи в московской клинике. Но процесс подготовки не быстрый. Об этом сообщила СМИ министр здравоохранения края Оксана Немакина. Ранее сообщалось, что пострадавшего мальчика лечат в Москве. Он находится в научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля вместе с мамой. Он в стабильном состоянии. Ребенку уже прооперировали ягодицы. Врачи занимались пластикой лица, а также ждали, когда заживут раны на голове. Напомним, инцидент произошел 24 июня. Как сообщала прокуратура, во время вечерней развлекательной программы 9-летний мальчик ушел в лес в неогороженной части лагеря. Там на него и напали бездомные собаки. Большинство опрошенных жителей Забайкалья считают, что если их заставят голосовать за ныне действующего губернатора, то они испортят бюллетень. Тема опроса была следующая. Что вы будете делать, если вас на работе заставят голосовать за ныне действующего губернатора? Голоса распределились следующим образом. Проголосую за него, работа дороже, таких 4%. Испорчу бюллетень 39%. Заявлю в прокуратуру, избирком, таких 23%. Сообщу в ЗАПРУ 12%. Притворюсь больным и не пойду на выборы, таких 7%, и я и так буду за него голосовать без принуждения, таких респондентов 15%. Всего в опросе участвовали 811 человек. Министр ЖКХ Забайкальского края Александр Сенкевич покинет пост в связи с личными причинами. Сам Сенкевич не подтвердил Читару и не опроверг эту информацию. По данным одного из источников, отставка уже согласована с губернатором, о ней объявят в ближайшие дни. Вероятно, что Сенкевич вернется к руководству Улетовским районом. Напомним, Александр Сенкевич был назначен министром в мае. Предыдущий министр ЖКХ Забайкалья Алексей Головинкин уволился 27 октября. До этого он отрицал свою отставку. После официального подтверждения на своей странице во ВКонтакте он писал, что не будет уходить из команды региона, а продолжит работать в Забайкалье. Какую должность занимает он сейчас, журналистам неизвестно. Обязанности министра с этого времени исполнял заместитель Иван Ларионов. Распоряжением губернатора Осипова Александр Бордалеев освобожден от должности замгубернатора Забайкалья, руководителя представительства правительства Забайкальского края при правительстве Российской Федерации. Временно исполнять обязанности руководителя представительства Забайкальского края будет некий Илья Галибин.